А у нас есть очень стойкие подозрения, что такие люди, как Константин Затулин, Андроник Мигранян, которые всегда как бы как шерочка с машерочкой ходили бок о бок, тогда продвигали очень интересную концепцию. Карабах оккупирован, значит, армянами, там военная победа. Южная Осетия, значит, создается некий анклав, то есть от Карабаха до Южной Осетии, до Лениногорья. Не так уж далеко, от Армении до Южной Осетии не так уж далеко, а там уже пробивается коридор в Абхазии, и вот вам выстраивается великая, значит, якобы пророссийская, проимперская, закавказская Армения на территории Азербайджана, Грузии в первую очередь, с этническими чистками, с изгнанием грузин, с изгнанием азербайджанцев, но с выходом к Черному морю, к Сухуми. Эта мечта провалилась, на мой взгляд, абсолютно людоедская, чеконенавистническая мечта, которая ссорила и стравливала православный русский народ с православным грузинским народом ради интересов вот таких вот мигранянов, которые позволяют себе публично, будучи ведущими Первого канала, называть огромный народ грузинский, древний, православный, тварями.